Так, мы чинимся. Коробка не работает. Мотор не работает. В общем, сломалась машина. То, что я и говорил. Ненадежная что-то техника. Миша идет на рекорд. Из 3 минут Элька выехала. Сможет же догнать, обогнать по времени Эльку. Дубасит хорошо. Мы, конечно, мешаем немножко. Траектория увеличилась. Останови, спасите машину. Вроде выровняли. Попробуй. Что-то открутилась крышка. Нагрузки, вибрации, да, наверное? Бегунок надо поставить. Ну, красиво там прошел. Заключительный круг и на финиш. Два 53 выиграл у Эльки. Вот коммутатор будет. Надо. Да он или работает, или нет, или бывает такое, я да честно. Нет, он простреливает. Бывает, да? Да. Или коммутатор, или датчик холла, ну провода. Провода. Она вроде катушка. Может катушка. С катушки. Ну, тряска тут жесткая, ну, конечно, да, сзади. Тряска. Видишь, оно все тут ржавое, вот. Потому что тут везде была вода. И оно типа может. Из-за этого думаешь? Нет, ну оно может тут отходить. Контакт. А, кисленный контакт, типа, да? И этот. Тут. Там, да, вода была. Такое. Что-то. Надо было папку какую-то поставить, мамку. Не, все-таки не электрика, наверное, карбюратор все-таки. А, да. Грязь попала. А что, да вы уезжаете уже? Нет, вы же только приехали. С флайером сфоткаться. Не, не. Иванка же есть. Иван, с фаером нельзя, ты можешь загореться, ты чё? Да чё? Нет. Да. Чё я загорю? Ты чё, фаер это такая опасная фотографируйся штука. Фотографируйся сгоревшим уже. Нет. Что уже, трассу все равно закрыли. Как закрыли? Все? Да. Сдался этот на Митсубиши? Не, он сейчас поедет, стоит. Очканул, да? Сломался залупазик. Ресурса хватает на один оффроуд. На пол оффроуда. На пол оффроуда. А ну, понажимай. Бросай сюда, чтобы не потерять. Брызгает? Ну да. Брызгает.
Что, посмотрим, что там с поплавковой камерой? Ну, давай. Может, этот самый, может, отсюда попало... Опять пластмассовый кусок? Ну, ты видишь, как здесь все грязно? Угу. Посмотрим. Чтобы болты не потерять, ладно. Не, тут все хорошо, Руслан. Нормально, да? Идеально. Макс, а где мой инструмент? Лёня, мы не ремонтируем. А вот эту, ну? Ремонтируем. Вы все собрали? Да. То я не могу его найти. Так не хватает топлива какой-то. А где фильтр этот? Полный? Фильтр полный. Полный, да? И этот полный. Тогда на топливо. Ну да, как не хватает. Да? Значит, карбюратор не заканчивает. Да? Где-то канал забитый. Бензонасос не докачивает карбюратор. Думаешь? Хорошо, уровень мы подняли, а я только что поднял уровень, какой был раньше. Такой и есть. Маленький. А ну попробуй, попробуй сейчас с подсосом выехать. Сейчас еду. Все, коробка заработала. Забери, забери. А, видишь, не хочется. Понял, и коробка опять заскочила. Фильтр. Фильтр дуется плохо. Все, я взяла. Хоть и полный, но. Сейчас они доедут. Сейчас мы типа в обратную сторону, чтобы вся. А там награждение. Грязь вылилась. Не-не, там уехали призы. Ой, блин, а что оно так съехало? Этот намного легче. Попробуй это. Просто да? Я не знаю, как этот, как вообще по-нормальному, но ну, не намного, но легче. Давай его поставим сюда, а тот напрямик. Соединим, а один оставим? Да. Типа качаю, вот типа раз-раз и все, и перестаю дальше. Во, видишь? Что это? Типа нагрузка хорошая есть, а сюда типа не идет, видишь? Ага. Получается, там грязь где-то? Да, да. Вот. Или где-то что-то залипло, потому что он накачал. Видишь, а не выходит. Отсюда не вышел. А тут брызнуло. Да, здесь брызнуло. Да не, вроде качает, да? Сколько уже их поменяли этих? Это третий или пятый уже насос? Макс. Макс одними плоскогубцами все разобрал, собрал. И отверткой. Может, еще шланга плохой? Ну-ка, это она, типа, сильно мягкая. Может, там где-то там впереди? Не старый шланг. Да и это тоже мягенькая. А, ну, может да. Быть, еще вот тут сеточка, да? А, может, кстати. Давай, может, инструментом? Давай. Сейчас потом не оденешь ключ. Давай. На. В основном крутани чуть-чуть. Не. Туда-обратно качает. Да.
Да? Вот. Но я знаю каждый раз, что у меня есть вы, друзья, что для меня это очень важно и самое ценное. Это не первый, а очередной раз я этим убедился. Поэтому спасибо большое за этот чудесный праздник. И спасибо, что ты у нас есть! Добрый день! Добрый день! А теперь перейдем до второй части. У нас сегодня было на мероприятии две гонки, если кто-то не заметил, была трасса Light, Hard. И будем награждать тем, кому получилось сделать лучший результат. Но при объявлению результатов будет маленький квест. Кто знает свои номера машины? Потом еще победителей будем называть по номерам машины. Итак. Бери подарки организатора, будет квест. Ты только силовые квесты узнаешь, я понял. Вот. Поэтому, ребята, в классе Light номер машины 6072. Как-то запомнил, да столько машин, как ты запоминаешь. Да, ты скажи. Санёк, я стрелял за него. Саня, поздравляем. Тебе надо поделиться с братом, потому что машина брата. И с лучшим другом, потому что даже лучший друг есть. Третье место. Второе место. С такой-то машиной третье место. И тоже он там позбивал всю трассу. После него потом результаты выше были. 2088. Я уехал. Как уехал? Ой, как хорошо. Так, один подарочек остался. Так. Неси в Хаммер. Там дежурный таксист стоит. Тогда мы поделим тот подарок. Да, я тебе не хотел говорить, не знаю, зачем кто-то придумал. Хорошо. И место номер один. Я номера не записал. Давай сюда, я здесь. А, значит, я этот не буду надавать, все нормально. 26. О, кто это, кто это? По прямой, со старта сразу на финиш ехал. А он проплатил с утра, просто раньше приехал, заброшлял и все. Спите долго! И у меня еще есть один подарок для... Начнем от женщин. Единственная и одна, и один пилот сегодня женщина. Она здесь. Номер 80. Я не прокачивание, я прижал там все шумами. Она спит на стуле. Джуманджи. Она на стуле. Отдыхает. Отдыхает уже на лавах победителя. Молодец. Штурман мечты был пилотом. Вот и похоже с шоколадками была алкогольная. Кстати, в большинстве подарков там польские продукты. Так что был у вас акцент польский. Мы все так скоро будем разговаривать. Да, Юля, будешь скоро тоже так разговаривать. Если съешь, и у нас была такая незачетная одна категория. Ретрокар. Это моя машина, да, я давно уже не ездил, я могу уже быть... О, ребята, поздравите. Поздравляю. Только папе отдай лучше. Только папе, говори, что у него ретро, то слышишь? Только проконтролируй. Я больше одного день дорогонка. Кирилл. Дедушка Мороз, видишь, в октябре пришел. И придем до... Кирилл! Я уже вижу, что папа спирт достал, а шоколад тебе отдал. Понял? До категории Hard. Ну вы даете. Третье место. Номер АИ 9941. Это мой, да. Кто там не знает номера? Я тоже знаю. Не знаю. Это квест. Два вам номера своей машины. Вам хозяин тоже проверим вашу. Узнали свою машину?
Поздравляю. Они по доверенности номер не знают просто. Сами не верили, да? Второе место. Ну, 26. О, я же говорю, Вик. Вик, у тебя были вопросы, Кирилл. Человек реально проплатил, так что подключался, все можно порешаться, сделаем. Витя, а если приехал бы в 6, был бы первые два места? Ну, я хочу сказать, что борьба была до последнего, и все боролись за зачетное место, но самым лучшим сегодня оказался номер 86-49. Поздравляем, Мишу, поздравляем. Миша еще помогал нам в организации, в подготовке этого праздника. А он дорогу запомнил просто. Вдвойне ему большое спасибо. Все, еще раз всех спасибо, победители, с победой. И отмечаем дальше. Все, теперь погнали. Самый главный конкурс на выживших в этом карьере. Теперь свободный заезд, как вы любите. Есть еще один конкурс. Кто больше палок соберет? Или кинет, да, в Хаммер, сколько больше палок. Самое больше палки, я кинет. Да, по трассе. Народ, кому не впадло, тащите палки сюда. Пошли. И запихивай. Паш! Нож, где нож? Ух, ёх. Нож, нож не там. 24? 21. 22. 52. 25. 50, а 52 рано еще. А еще какие-то варианты можно сделать? 5 или 2? Ага, деревья. Угу. Видишь, белый, как белый дельфин, белый торт. А 25 это что? А почему-то где-то жопа не всплыла. Размер у него сантиметра. А это же, видишь, две дольки, видишь? Ну, слушай, все знают. Я еще удивлен, что ты не знаешь. Белый дельфин. Все? Да. Да, давай дельфину. Аккуратненько. А где мужика? А где мужика? To you, happy birthday to you. Набери только воздуха, много набери, чтобы же цифра серьезная. Моя любимая цифра, 25. А буквы, цифры не перепутали местами? Можешь все вынюхать? Сдуй свечи. Польская. Еще раз. О, это для ТикТока он делает, смотри. Он знал, что ТикТок будет. О, началось. О, все, это европейцы пошли уже. Давай, Макс чинит залупа. Лет сто. Да чего ты человек? На того мы просим и сном. Руслан, можешь схавать цифры. О, тяжелый. А куда ты? Ты домой идешь или что? Крис, я себе кусочек отрезал, да? Крис, давай вот этого, он откусит кусочек. Ему свечки давай. Слаймер, уйди. Ладно. У тебя день рождения. И давайте рядом же, кто месяц, а тот молодец. Давайте, Саня, вместе сфоткаемся. Давайте все! Блин, торт с травой! Давай! Придется убирать. Пацанам со скотчами плюнул. Раньше вот по вот этим трем кочкам был вот этот уровень. Да? Ну. Как ты ездил тут, помнишь? Да. Сейчас елки. Документалка. Елки в январе. И все. Выключаем. Нет, я буду тебя все время снимать. Там поступило предложение просак или гребешок. И попасть в просак — это не там. Не сесть на просак. Они уехали, да, уже? Разговоры давно.
Да то все, то попрощай. Я через забор, я чтобы уже... забор залезть на резину. Уже стропа выварена твоя, и она другого цвета перекрашена. Уже ты не докажешь ничего. И номера перебиты. Номера перебиты. И новые набиты. Самые стойкие. Плохо заводится, да? А чего? Это ТНВД, наверное. За грибами не будет. Я ТНВД померил, она на холостом у меня 180-200. Да. Мне льют в сутки, я когда утром завожу. Синий дым два ли, да? Да. Так в зеленой мечте такая же проблема. Троит синий дым. На холостых тоже троит или на холостых зеленых и нормально? А потом прогревается работа? На холостых тарахтит, троит, кнопочку со свечами ему подержал, выровнялся вообще, ну, четенько. Лезу себе на багажник и будем бросать друг другу этот фаер. Давай, залази. Отходи, отходи. Залази быстрее. Мальчик, отойди от машины, мальчик. Мальчик, отойди от машины, забери его. Куда ты полез в кадр, елки-палки? Бросай в салон. Дай ему на секунду сфоткаться. Бросай ему, бросай ему. Давай, раз, два, три. Бросай в салон, залупал. Отри Владу, Владу давай, залази. Давай. Давай, там белая Тойота в салон можно бросить. Будет красиво, кстати. Она белая, наполнится светлым дымом ярким. Давай, к белой Тойоте, Андрюха. Андрюха, лови. Ох, оно едкое. Беги по карьеру на время. Там уже заканчивается.